В старте игры мне действительно позвонила бабушка, поэтому мы начнем игру уже... Ой, медведь. Видели медведя справа? Мы начнем игру так, без бабушки. Сложность выбираем мы минимальную, потому что звук потише, потому что... Ладно, буду говорить нормальным голосом, потому что это сложная игра, действительно, и страшная. И... Ребята, вы на свой страх и риск сюда вошли? Лучше бы вы сюда не входили. Угу. Потому что в эту игру непонятно, как выиграть. Там есть дверь. Короче, суть в том, что там есть дом. В этом доме есть ебанутая бабка, которая хочет тебя завалить. И, короче, тебе нужно выбраться из этого дома. Вот мы сейчас очнулись на шконке. На шконке. И первым делом, как вы думаете, что мы сделаем? Мы пойдем... под шконку. Потому что под шконарь, как говорится, петух залезет быстро. Ладно, выберемся отсюда нахуй. И пойдемте в шкаф. Нет, давайте посмотрим, где эта бабка. Вон она, вон. Видите? Эй, старуха. И на старуху бывает проруха. Эй, бабка. Вон она, ёбаный в рот. Под шканарь. Можно? Ай, сука, убила. Блин, не успел под шканарь. Как это вообще помогает, под шканарь от бабки? А что, детишки, вам не страшно? А вчера я установил, вчера была ночь, сегодня день, ясный хороший день. У нас осталось, по-моему, две жизни. Пойдемте играть дальше. Мы можем присесть, можем встать. Блять, бабка идет. Куда спрятаться-то? Поможет нам эта дверь? Ну, смотрим. Где бабка? Вон она ходит, ёбаный в рот. Бабка. Бабка. Загадки от бабки, блин. Шёпот из пизды мёртвой старухи. А чё, блядь, по ночам такое бывает. Но... Звук на полную. Чё ты бродишь, старуха? Бродит, ходит, блядь, шум наводит. Я хочу проверить, спасает ли от этого шкаф. Шкаф, не закрывайся. Блядь. О, проверяем. Опа. Смотрите, шкаф реально работает. Блять, нахуя открыл? Его. Ладно. Вот это да. Это та реклама, которую мы заслужили. Очень любит мама тебя, ага-ага. И трусики попала скала. Лайки. Иди нахуй, блядь. Проанализировать, блядь. Ебало тупое, кучерявое. Что тут анализировать? Ладно. Менее токсичный. День третий. Бабка нас ушатала. Первые два дня. Давайте третий. Над шканарем просыпаемся. Поехали. Ладно, давайте к действиям. Попытаемся открыть дверь дома. Блять, бабка, иди нахуй. Это что такое? Капканы, что ли, поставлены? День четвертый, да, это, по-моему, последняя жизнь. Да, видите, уже еблет расквашен.